субботний вечер на ринг всемирно знаменитой спортивной арены в Нью-Йорке выйдет казахстанский боксер Геннадий Головкин. Его соперником будет австралиец Дэниел Гилл, в свое время владевший титулом чемпиона мира. На традиционной пресс-конференции с представлением спортсменов в преддверии боя побывала наш собственный корреспондент в Америке Майра Кабиева. Предстоящую встречу на ринге Геннадия Головкина и Дэниела Гилла, которая запланирована на 26 июля в Нью-Йорке, уже называют потрясающим шоу с упорным поединком. Знаменитая арена Мэдисон Сквер Гардена ждет этих легендарных боксеров десятилетия. Участники боя заявили на сегодняшней заключительной пресс-конференции, что готовы сразиться и с нетерпением ждут начала этого интересного события. Соперники посмотрели друг другу в глаза, обменялись рукопожатиями, поблагодарили организаторов шоу и промоутеров. Все входит в традиционные процедуры, последний из которых, взвешивание, пройдет в пятницу. Это будет 30-й серьезный бой нашего земляка Геннадия Головкина. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации, выступающий в средней весовой категории. Он провел 29 боев и всегда побеждал, почти все нокаутом, что и было отмечено во время представления соперников. World middleweight champion of the world, Геннадий Triple J Головкин. I promise good fight. Мы обещаем хороший бой и захватывающее зрелище. Мое уважение Даниэлю и его команде. Американские промоутеры отмечают, что оба боксера яркие на арене и вне ее. Их совместный выход на ринг – это уже незабываемое спортивное событие, которое привлечет внимание всего мира. Рядом с Геннадием находится брат Максим. Их мама старается не наблюдать за поединком ни возле ринга, ни по телевизору. Ожидается хороший бой, как бы очень хороший соперник, бывший чемпион мира и как бы настроен. Ну, легендарная арена для этого, как бы, для этой части Америки, да, она является Madison Square Garden, это как мекка, как бы, не то что бокса, а именно таких легендарных боев, именно бои самого высокого уровня. Хочу пожелать легкой победы. He's become a star here in America. Геннадий становится звездой в Америке, да и во всем мире. Он упорно тренировался, в основном в Калифорнии. Его соперник Дэниел Гилл – профессиональный боксер. Из 30 боев он проиграл только 2. Наш Геннадий готов к бою на 100%. Я знаю, как он гордится, что представляет Казахстан. Вполне уверенно ведет себя Дэниел Гилл, который назвал предстоящий бой важным этапом в своей карьере. На сегодняшней пресс-конференции в Нью-Йорке соперник нашего боксера заявил, что предстоящий бой он посвящает своей маме. «Я хочу уйти из этого знаменитого зала Madison Square Garden с поясом чемпиона. И для этого я упорно тренируюсь», – продолжил австралийский боксер. В эксклюзивном интервью Дэниел отметил, что для него это будет тяжелый бой. Мы упорно тренируемся и готовимся к бою. Геннадий – великий боец. Он многого достиг, победил нокаутом почти всех соперников. Возможно, он находится под большим давлением, так как все ожидают от него победы. Казахстанские боксеры приучили нас к своим победам на любительском и профессиональном ринге. К полученному накануне Геннадием доброму напутствию президента Казахстана присоединяется вся страна. Майра Кабиева, Майк Джоил, Нью-Йорк, США.